Всем здорово! Продолжаем Supraland. Давно я в него не играл. От слова очень давно. Мы тут побегал, я повспоминал, чем я тут занимался. Не стал я смотреть прохождение свое, что там было. Помню, там открыли, там, по-моему, провели вот так вот. По-моему, морковку тут съели, провели жуков. И нам дало задание проведи своего трусливого двоюродного брата в деревню Синих. Так, для того, чтобы я тут посмотрел, для того, чтобы его сюда привести, нам нужно открыть вот эту вот дверь. Чтобы вот эту дверь открыть, нам надо провести электрический ток. Чтобы провести электрический ток, нам нужно вернуться туда. Тут не зря накиданы вот эти вот железяки, я так понял. Железо проводит ток. Так, это хуй-то меня убивает, я точно помню. Я проходил там, думал, можно вот так поставить куб. Оно преградит и какое-то время будет доступ, я пробегу, но херушки. Так, вот электричество. Вот вода. Давай попробуем, как там присоединить. Поэтому у нас проводит. Я могу, могу проводить. Разворачиваюсь, пропадаем, да? Еще я помню, проводит электричество мой куб. Давай попробуем поставить его сюда. И еще я могу магнитить к своему кубику. Так, хорошо. Электричество пошло, пошло. Сейчас Франкенштейн там где-то проснется. Так, надеюсь, вот эта дверь откроется сразу после того, как я задействую там. И я знаю, моя пушка может заряжать электричество красное. То есть нам надо выстрелить туда. Вот так вот. Фух, спасибо. Да пожалуйста, братишка. Куда дальше? Тебя током не ёбнет тут? Чё у тебя глаза такие здоровые? А, я понял. Дурик. Щекот нам сказал. Короче, он сейчас откроет дверцу, да? Как там, там замок висит? А, вот, спасибо большое тебе, братишка. А, пожалуйста, помоги мне вернуться в синюю деревню. Блять, это еще не все. Ладно. Давай откроем, посмотрим. Нам тут какой-то, наверное, дадут ништячок. Ух ты ж, блядь, чуть не ёбнулся вниз. О, какая-то зеленая пушка. Это будет жесть. Телепорт. Зеленая пушка, что она делает? Ёб твою мать, я смогу туда телепортироваться? Прикол. Ты посмотри. Вот это где жесть. Только она слабенькая. Я думал, она... Что означает циферка 2, мне интересно. Так, тут я могу портнуться, я понял, да? Там открою ему сейчас дверь, и он пройдет. Еба, вот это... Красное. Чё красное? Я не могу туда телепортироваться. Включайся зелененьким, давай уже. Чё-то красное. Я его лавой зарядил, наверное. Это надо в будущем мне... Или то просто оно... Да нет. А если стрельнуть? Так, стрельнуть. Сука, зачем? Вот зачем? Зачем она заряжается? Бля, тут сейчас повылазят. Ну, я же говорил. Ну, кинжалами не хочу с ними драться. Эти конченые мне вообще не нравятся. Они стреляют в меня, отбивают... О, вот это тоже, блин. Сноубол. Так, магнитик, я помню, подбирал, чтобы магнитил монетки. Кнопки надо вот эти две... Сейчас убьем вот этого упыря, который вылезет отсюда. Две кнопки вот эти нажать. Угу, там телепортнуться надо нужно. Блять. От кого это отрикошетил? От этого? Он собирался раскрутиться. Так, хорошо, капуста какая-то растет. Что за капуста? А, алоэ, наверное, какой-нибудь.
Ладно, как мне открыть дверь моему брательнику? Ключ нужен. Чтобы открыть, нужен ключ. Что у нас здесь? Ничего. Окей, окей, сейчас мы туда телепортнемся. Я просто могу запрыгнуть? Обязательно мне телепортироваться? Или я могу... Давай попробую. Наш по-любому закроется. Я же говорил. Ага, блять. Вы тут меня поджидаете уже? Что это за лампочка? К этому я тоже, помню, могу магнититься. Да, к зеленому. К двери могу магнитить. Труба, сюда можно подняться. Что мне вообще нужно сделать? Для начала надо подняться, наверное, вверх. Эта дверь открылась или закрылась, или что это было? Так. К металлу не могу. Хоккеюшки. Что нужно сделать дальше? Может включить вот этот вот? Не хочет. Не хочет. Для чего вот эти лампочки? Тут красная. Тут белая. Соединить их я не могу. Не могу. Может, все-таки реально мне нужно попробовать до трубы, до вот этой допрыгнуть. Максимально близко она вот здесь. Эй, получилось. Все, я понял. Как же похожа музыка на Ван Хельсинга. Давай, блядь, первый раз же получилось. Возможно, я что-то не так делаю. Да бляха, ты чего, роднулька? Мы же все вроде правильно делаем. Давай. Значит, неправильно. Или у меня просто плохо получается. Туда никак не забраться. Не, да стопудово нужно вот так вот. И туда наверх. Надо подрюкаться немножко. А если от этой двери попробовать сюда перепрыгнуть? Она же тоже это железная, да? Ну да, можно от нее быстрее получится. Да ёпта. Да как так-то? Но я ж максимально близко, ты идиот. Идиот. Или я. Или она просто красная, потому что... Красная, потому что я не могу к ней магнититься, наверное. А лава. А как я ж туда? Зачем я это сделал? Вот здесь у нас что? Это ж я отсюда уже не выйду. Блять, если бы оно хотело... Я могу телепортироваться. Но... А чё он сюда не стреляет? Вот это прикол.
Зачем он красный? Желтый. Может, я взрываюсь после того? Фу, а ну-ка, давай-ка я подумаю, потому что, наверное, туда, наверное, как-то надо запульнуть. Давай, я пока не буду так выключаться просто. Слабенько он пулькает. О, здорово. А как ты тут? А чё ты тут? Помощничек? Решил помочь, потому что я туплю. Дерево воспламеняется. Ёб твою мать! Где ты раньше был? Ну это же просто жесть. Так, тут мы открыли еще какое-то золото, и я чувствую, не зря подсветим, что у нас здесь. Дерево воспламеняется. Как можно все удержать это в голове? Ну вот как? Каким образом, блядь? Я не понимаю. И тут оно воспламеняется, и тут оно проводит электричество, и я провожу электричество, и мой луч проводит электричество, и я луч могу прикреплять и к дереву, и к золоту, и бегать могу по нему. И это, блядь, всего... сущие пустяки, что я сказал. Там еще кучу всякой параши. Ох. И, блядь, помнить то, что это фонарик у меня, а не только квадрат. Ну, можно использовать вот фонарик. Дерево воспламеняется, сука. Как мне тут его сейчас воспламенить? Красная, блядь. Она взрывается, эта херня. Мне надо как-то телепортировать пламя мое. Да? Тут мухи. Ничего не получится с ними сделать. Туда наверх как-то можно забраться. Я же пытался, мне вот этот усатый джентльмен немножко помешал. Я уже, по-моему, даже закинул туда. Я как-то оттуда приду, наверное. Как мне воспламенить? Может, пока не надо. Но пройти-то как-то надо. Ёбаный. Так, это не та пушка, во-первых. Во-первых. Я думал, она как-то заряжается, моя. Не заряжается. Пожалуйста, я принес тебе. Если я сейчас выстрелю, притягивать и не могу, да? А если вот так? Не так. Так не работает. А если топнуть? Нет. Усатый мой друг, помоги, пожалуйста. А если топнуть по кубику? Нет. А если взорвать мой луч? Нет. Я только зарядил, блядь. Не притягивается, это не работает.
Что-то я упускаю, наверное. Короче, давай посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас есть... Блядь, мне из-за этого тумана ни хера не видно. Я подтянуться не могу. Зачем тут мухи? Так, джентльмен, помоги, пожалуйста. Что-то я вообще туплю сегодня не по-детски. И явно ж все легко и просто. Так, мне давай анализировать. Туда я никак не запульну свой шарик. Нет, слишком узко. Узкий слишком проходик. Не нравятся мне вот эти золотые квадратики. Они тут для чего-то предназначены, для чего я не понимаю. Мне нужно выстрелить огнем сюда. Чтобы выстрелить огнем, мне нужна лава. Я же, блядь, не могу. Вот, я булькнул в лаву. Телепорт. Если я выстрелю в него, он не взрывается. Если я тэпну сейчас туда, то я сдохну. А, еще не сдох даже. Где он? Вот он. Может, можно мух провести по этому лучу? Но зачем? Хорошо, я попробую, но я не понимаю только зачем. Мухи, что они едят? Лаву они ж не едят. Я не понимаю, для чего я это делаю. Так, летим сюда. Может, это типа морковка? Они думают, что это морковка? Красная. Бред какой-то. Ну, давай попробуем. Почему бы и нет? Мухи думают, что это красная морковка. Дверь — это красная морковка. Но это не красная морковка. Попробуем зарядить шарик. Может, так они подумают, что это красная морковка. Не хотят они кушать дерево. Твою мать, что происходит?
Но я привел их правильно, правильно? Правильно, правильно? Вот это вот что такое? Че они не едят вот это вот какой-то? Просто ландшафт. Я могу управлять ими, блядь. Я его могу так пулять сильно. Окей, давай попробуем запульнуть его наверх. Да это не то, что ты делаешь. Как-то он тут левитирует. То есть стреляю я херово с него, а вот бросаю тоже херово. Ну как сказать, херово, довольно-таки неплохо. И вы, честно, не обижайтесь, что я немножко такой. Я просто что-то не могу догнать. А почему? Блять, я ж нормально все было. Нормально ж общались. Угу, оттуда он просто съезжает. Ладно, трачу очень много времени. Давай сейчас покумекаю еще немножко, потом это все вырежу, потому что реально тратится очень много времени. Попробую еще туда зателепортироваться сейчас. Он туда не достреливает, хули. Телепортироваться. Ладно, скоро вернусь. Короче, походу до меня дошло. Тут же все заряжается. Это заряжается, блядь, зеленым и желтым, блядь, и красным. Возможно, заряжаются и мухи. Давай, наверное, попробуем. Мухи зарядятся сейчас огнем. Будут огненные мухи. Да, схавают. Как страшно. Ну почему? Почему? Это ж ну настолько просто. Почему оно сразу не приходит в голову? Проще ж некуда, блядь. Ну, хорошо. Не достанет, наверное, моя хуйня, да? Ладно, давай сюда где-нибудь поставим. И теперь вот сюда. Бляха. Ёб твою мать. Ой, бляха, вот это жесть. Чуваку, конечно, респект. Я слышал. Эй. Я слышал, читал, что это один тип придумал. Один, блядь. Теперь я, наверное, в дальнейшем хоть буду повнимательней. Да ёбаные мухи. Ведь это настолько просто, настолько. Карл. Ну давай. Бля, жесть. И что? И что? И тут мне сейчас супер-пупер бонус какой-то, да? Силы даст. Ну давай. Сила выстрела увеличена вдвое. Телепорт летит два раза дальше. Теперь-то я могу туда запрыгнуть.
сейчас исправим, конечно, вот так вот. Хорош. Фу, сука, сраные мухи. Казалось бы, нет ничего. Пустая комната, огонь, который поджигает, блядь, мухи, и все. Ну додумайся ж ты, что надо зарядить мух, наверное же. Теперь все намного стало проще. Гораздо проще. Ну. Там нет никаких секретиков, тайничков. Туда можно по трубе подняться. Пройтись, вернее. И что-то заполучить. Стопудово можно. Секреточка какая-то. Да, не совсем секреточка. А туда я сейчас тэпнусь и упаду. А, там же шита комната. Точно, туда я не буду кидать свой шар. Восьмой. Туда тоже не пойду, там нечего делать. Допрыгнули я назад. Запросто. Ну, погнали тогда дальше. И так потратил много времени с этой головоломкой. Угу. Надо пройти туда. А ну, не надо. Я думал, надо из той щели вот отсюда выстрелить сюда. Оно и так долетает. Так, деревяхи. Зачем тут деревяхи? Чтоб не упал мой шарик, я понял. Чтоб не скатился туда вниз. Блять, ну все продумано. До мельчайших деталей. Здесь есть что-то интересное? Походу нет. Так, где-то я тут был, здесь был. Тут, походу, братишка мой, брательник, стоит. Мне надо ему помочь. А где музычка? Такая красивая, прикольная музычка была. Вражины будут тут. Нет, тут надо поставить, не поставить, а залезть вот сюда. Там монета, видел, какая большая. Чё бы её не забрать. Так. Там мне нужен ключ. Чтобы получить ключ, мне нужно сейчас посмотреть, что надо с этим сделать. Есть какой-то синий чувак. 20. Морковку, я так думаю, нужно бросить сюда, чтобы перекрасить в оранжевый. Или принести кому-то. Угу, тут надо с оранжевым. Так, я только что остановил этот прототип системы предупреждения. Положи огонек в коробку, чтобы показать уровень опасности. Огонек. Коробку. Где коробка? Вот коробка. Мне надо красный. Мне надо красный огонек. На тебе красный огонек. Так, ушки. Мне нужно пробежать с оранжевым чем-то. Правильно? Оранжевый. Что оно мне красит? Течет краска. Морковку. Морковку невозможно перекрасить. Куб мой тоже невозможно перекрасить. А вот этот телепортационный шар. Воду мы отключаем, потому что эта вода смывает краску. Зеленый теперь. Не, мне нужен оранжевый. Мне нужно с оранжевым. Оранжевый.
сюда кладем шарик. Выключаем свет. Ой, блядь, свет, ты понял? Ну, покрасил я. И все. И он укатился. Как-то все просто. Ну, подожди ты. Бля, там же монета была. Я что-то туда не попрыгал. А надо выстрелить, что ли? Блядь. Ой, прости, чувак. Я не знал, что так будет. Мне надо его бросить, не надо его новый выстреливать. Я помню, там я... Ладно. Положи огонек в коробку. Я положил. Уровень опасности красный. Мне нужно все, что ли, сделать цвета? Что опять я туплю, да? И чё? Положил зеленый, хорошо. Я не помню, как вот это вот хуйта работает. Может выстрелить? Да надо пробежать. Может надо покраситься в оранжевый. Да, наверное, скорее всего, нужно покраситься. А как мне это сделать? Мне надо телепортироваться сюда. Так, ты можешь не кататься? Мне надо тэпнуться и убежать, наверное. Ой. Ой. Давай попробуем. Надо сразу. Смыло, смыло, смыло. Наверное, да. Да, смылся. Сука. Ну, надо оранжевым, по-любому. Лампочка ж показывает оранжевым. Или зеленый. Давай попробуй зеленый. А зачем тогда морковка нужна была? Еще и 20 секунд дается для того, чтобы морковки сыпались. Может, пронести морковку над ним? Ой, опять сейчас мужичка попаду. Вкусно? Вкусно? Давай тогда его задобрим. Опасности 0. Морковочку получи. На морковку. Прототип системы предупреждения. Положи огонек в коробку, чтобы показать уровень опасности. Зачем мне эта опасность?
Я опять туплю. Моё кредо, блядь, жизненное. Я уверен, что я должен... Может, ему зеленую морковку надо дать? Давай попробую зеленую морковку, если она безопасна. Но она не красится. Не знаю, почему морковка не красится. Секунд для чего-то дается. Твою же дивизию. Как же все сложно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я помню... В какой-то момент я, по-моему, сам себя перекрасил. Я ж красный, по-моему. Или синий. Я красный. Я перекрасил себя в синих и пробежал по вот такой, под вот такой херню, и открылись двери. Да, блядь, я не тебе ее нес. Себе любил. Лоток почему-то зеленый. Лоток зеленый. Морковка выпадает оранжевая. Да сюда. Морковка не работает. Думаю, должно быть так. Это дает понять, что мне здесь телепорт не надо использовать. А что надо сделать? Что там? Туда ж можно забраться. Если сюда можно перепрыгнуть, то можно запрыгнуть туда, спрыгнуть здесь и что-то найти. Давай попробую хотя бы это сделать. Потому что только это я и умею. Так, выключи пока. Тоже все открыто. Тут я взял эту херту. Как же ж там быть? Я, наверное, сильно там подул. Микрофон я не хотел. Можно было не заметить монетки. Там ключ, там ключ. Ничего себе.
Тайников больше нет никаких. Блять. Наверное, это правильный путь. Там наверху ничего нет. Интересно ж, блядь. О, сундук. Бомба урон. Плюс 25. Что за досточка? Это сюда можно было вот так вот запулить, наверное. А я начал вообще обходными путями. Так, сразу прошерстим тут. Нет ли ничего другого? Туда я уже не дострельну. Ой. Дострельну. Где это мы? Туда я спрыгивать не буду, потому что могу потом не выбраться. О, еще один сундук. Секретная зона. Урон пушки плюс 5. Неплохо. Так, теперь бы вернуться. Там я ничего не видел, ничего не нашел. Ключ. Ключ это у нас открывает двери. Туда можно пропустить моего брательника. Убийца, я ж не убьюсь. У меня есть тройной прыжок. Так, пожалуйста, чувак. Двоюродный брат. А, я вспомнил, это ж там... Да, у нас же цы, по-моему, братья. А это сын моего дядьки, получается. Давай. Блять, да включи что. Я буду не находить вокруг, пока ты не откроешь дверь, окей? Нервно ходить вокруг. То есть он будет проходить через вот это вот. Морпи нет в зеленой коробке. А зачем морковка? Моркви нет в зеленой коробке, блядь. Что это мне дает? Сейчас он будет подходить. Я включу морковку, потому что 20 секунд всего дается. Моркви нет в зеленой коробке. На. Морковь есть в зеленой коробке. Ладно, как только будет произносить это. Нет, только будет подходить, я включу. Так, морковь есть. Я понял. Я понял. Сейчас мы его оранжевым перекрасим. Там же ж оранжевые фонарики. Перекрасим мы его в оранжевый. Дайте еще одну морковку. Сейчас я выключу воду. Так, морковку я перекрасил. Блять, если б не этот чувак, я... Извини, чувак. Есть. Есть. Стопе. И что это означает? Морковку пока уберем. И сюда, наверное, надо положить зеленый шарик. Насколько я знаю, это все должно происходить быстро.
Давай я ему положу в начало морковку. Он же бежал к ней тогда, нет? Вот сюда. Или положить на каждом шагу морковку. Чтобы он подбежал, подбежал, подбежал. Там, по-моему, быстро надо это сделать. Где он делся вообще? Чувак, морковка. А что если этого как-то приманить сюда? А потом и себя перекрасить? Но я же себя не смогу перекрасить. Вкусно, я понял. Желтый. Фиолетовый, зеленый, желтый. Зеленый. Зеленый. Но чувака перекрасил. Не знаю. Ладно, давай на этом сегодня закончим. Я еще немножко сейчас побегаю, посмотрю, что здесь можно сделать. Возможно, в следующий раз я начну довольно быстренько. На этом спасибо, пока. Оставляйте комментарии, давайте пообщаемся.